Доброе утро, день или вечер. Надеюсь, у вас все хорошо. Сегодня у нас 5 декабря, и это значит, что у нас очередной день адвент-марафона. Давайте же приступим, не откладывая долгий ящик. Начинаем мы с чая. Вчерашний экстравагантный, какой-то там экстраординарный Эрл Грей действительно был, в общем-то, впечатляющим. Достаточно крепкий белый чай, так же, как и зеленый, самым вкусным он стал далеко не с первой заварки. И достаточно ароматный. Сейчас я ищу цифру 5. И куда-то... она, знаете, как спряталась? Это же не найдешь, смотрите, я вам покажу. О, это же как это найти такое можно? Так. Ну, мы найдем. Так. Кокосовый трюфель. Это опять у нас, ну, вот этот белый чай. Сейчас прочитаю, какие ингредиенты. Уберу в пути сам календарь. Так, что нам тут печатают? Печатают нам белый чай, эти стружка кокосовая, яблочные кусочки, эти самые, господи, как они называются? Семечки какао. Листья сладкой, то ли сладкие листья, то ли листья сладкой ежевики, кусочки кэроба и ароматизаторы. Ну, это что-то должно быть вообще просто феерическое. Давайте же скорее смотреть, что же это такое. Просто должен быть феерический запах. Вот так выглядит. Видите, сколько всяких кусончиков? Чего-то только нет. А, боже мой, как пахнет. Вы себе не представляете. Пахнет кокосовой карамелью. Боже мой, какая красота. Вот это действительно прямо шик. Ну, посмотрим, как он будет, когда заварится. Достаточно ли насыщенным будет именно фруктово-кокосовый вкус. Но я прямо очень рад, очень рад. Так, приступаем к свечному календарю. Наконец-то, знаете, с большим трудом я наконец-то дожгла эту елку, которая замечательно совершенно пахла. И, конечно, в обычных условиях я бы совершенно не торопила ее прогорание. Просто, ну, уж под марафон хочется зажечь другую. И скажу, что предпочтение я буду отдавать маленьким вот этим чайным свечкам, если они будут попадаться. Потому что, несмотря на свой... Сейчас я найду вчерашнюю свечу. Несмотря на свой такой малый размер, в принципе, с виду туда, ну чего тут, казалось бы, горят они долго. Ну, то есть, как бы, и отлично совершенно будем их жечь длинными зимними вечерами. Вот, а для марафона будем маленькие использовать. Ну, посмотрим, как пойдет. Поэтому давайте откроем вчерашнюю, убираю, припрячу. Давайте откроем, что же нас ждет сегодня. Так, вот она, пятерочка. Сегодня быстро я нашла. И там как раз по заказу телезрителей будет маленькая вот такая tea light. Чайная свечечка. Ой, а пахнет мужским одеколоном. Да. Ну, в общем, какой-то мужской свежестью. Давайте почитаем, что это может быть. Так, скорее всего, это... Не знаю, это по цвету, судя, либо Glittering Star, либо теплый кашемир. Ну, как на кашемир не тянет. Не знаю, какая из. Сейчас зажжем, посмотрим, посмотрим, как она будет пахнуть, когда гореть. Так, сейчас что это я ушла за кадр. Нормальная зажигалка для свечей у меня закончилась очень вовремя. Очень вовремя пришлось искать какую-то обычную. И провалилась заминочка, ничего страшного. Так, ну давай, надо было, наверное, ее поставить, а потом зажигать. Все, справились, никого не обожгли, ничего не сожгли. Все, пусть горит, посмотрим. Не знаю, мне пахнет мужским одеколоном. Ну, приятным, то есть ничего такого, но с явными узнаваемыми нотками свежего, чисто выбритого мужчины. Так, давайте теперь к интересненькому. Что касается лотов предыдущих дней, я вам предъявляю вот пустую свечу от Rituals Rental Vetiver. Ну, она была маленькая, она, мне кажется, сгорела быстрее, чем вот
среднего размера свечи от Янкис. Пахло умеренно сильно, приятно, действительно таким мягким ветивером, и не слишком ореховым, и не слишком одеколонистым. В принципе, небольшую комнату наполняла ароматом, так что очень приятный был сувенирчик. Прощаемся с ним. Вот, до свидания, восточный ветивер. И к интересному, аромат дня вчерашнего у нас был Traversée de Босфор от марки L'Artisan Parfumeur и дорогого нашего Бертрана Дюшафура. Ну что хочу сказать, что с большим удовольствием я провела в нем день. Как он себя повел на мне. Скажу, что я его тестировала однажды, ну вот когда она получила эту пробирку, в теплое время года. И как-то, хотя я и тогда отметила схожесть с другими замшевыми произведениями того же автора, ну как-то так, не впечатлил. А вот в холодную погоду он повел себя гораздо интересней. Значит, здесь на мне была замша, такая очень-очень мягкая, без каких-то резких химических нот. Почти такая вот, ну такая мускусно-терпковатая пудровость. Потом были сладости, причем в какой-то момент сладости мне, знаете, что напомнили? Как они? Танец стрекоз от Нобеля, но танец стрекоз мне все-таки не подошел. Как-то вот немножечко оскомину он мне набивал, именно вот не хватало мне там какой-нибудь горчинки, кислинки, вот чего-то такого. А вот как раз здесь вот этот как будто аккорд яблочной пастилы, он, будучи оттененным замшей, очень был милый. В какой-то момент, уж не знаю от чего, аромат на мне пах помадно. Не скажу, знаете, не как розовая помада, а как ирисовая помада. Очень было интересно смотреть за его метаморфозами. И потом в базе он на мне уселся такой просто очень приятной ванильной пудрой. Как будто вот вы поели эту яблочную пастилу, но не вот не которая совсем натуральная, а которая вот беленькая. И вот у вас осталась такая вот пудра сахарная в коробочке. И вот так вот это уселось. Вообще мне очень понравилось. Я точно говорю, что в прохладное время года доношу эту пробирочку до конца и рекомендую присмотреться к ней любителям замшевых, косметических, пудрово-ванильных ароматов. Очень, конечно, интересно было бы присмотреться, как бы он сел на мужчину, потому что, мне кажется, выйдут другие стороны этого аромата, но на мне все было очень замечательно. Еще раз повторю, что его родственность, вот именно по звучанию замши с другими замшевыми дюшафурами, такая вполне явная, но у него свое лицо за счет такой приятной кондитерско-косметической пудровости. Это был Traversée de Босфор. Прямо, вы знаете, удачно ароматы как-то подбираются. В каждом с удовольствием провожу день и открываю для себя заново. Так, давайте приступим к дальнейшей распаковке, как мы будем называть его, феминистский календарь. Ну, на самом деле, не феминистский, а за равные права. Это феминистки иногда перегибают. Конечно, сейчас я лезу не в свое дело, но мы о равенстве и братстве, что никто не главнее никого. Так, пошла я за ножом. Так, нашелся нож. Давайте буду подцеплять. Ой, некрасиво, но что делать? Так, выправим. Что за велика женщина у нас здесь сегодня? Сегодня у нас говорится об активисте движения за гражданские права Тарана Берг. Достаточно свежая, которая основала движение MeToo. Так, давайте открывать и посмотрим. Опа, что у нас тут? Тут у нас вот такая вот штучка. Это нежный, короче, какая-то нежная штучка для снятия макияжа с глаз. Дайте я посмотрю, это молочко или водичка. Ой, это здорово, это водичка. Короче, ромашковая жидкость для снятия макияжа. Это прямо очень полезная вещь. Ставим ее вот сюда. В принципе, вещь нужная. Я бы, конечно, сюда напихала одни сплошных рождественских слив, груш и ванилей, но им надо продвигать свою продукцию. А рождественские лимитки, они на той лимитке.
их продали, и все. Так, переходим к календарю Marks & Spencer's. Зато после этого календаря можно, наверное, полгода не покупать себе никаких расходников и пользоваться тем, что найдешь здесь. Так, пятерочка. Пятерочка, вот она у нас, подвигаю, вот она у нас пятерочка. Как же здесь все хорошо придумано для людей. Надо им письмо написать, поблагодарить. Как удобно у них все устроено. Так, что у нас здесь? Здесь у нас, Dream Skin, кожа мечты. Кожа мечты, значит, опять что-то уходовое. Так, это что такое? О, это, в общем, хорошо известная многим Марк Рен. Это как-то он регенерирующий, восстанавливающий ночной крем. С удовольствием. Хорошая вещь. Объем, кстати, приличный. Вот вчерашний крем был меньше. Вот и такой вполне себе приличненький объем для ночного крема. Хватит его надолго. Что он нам обещает? Что он нам обещает? Говорят, что борется с первыми признаками старения. Ну, марка вообще хорошая, и я с удовольствием моей продукцией пользуюсь. Иногда даже, не только она мне попадается, но иногда даже специально покупаю. Поэтому я довольна, вещь очень полезная. Так, давайте перейдем к плотно набитому календарю Rituals. И будем искать пятерочку. И будем искать пятерочку. Вот она, маленькая. Это маленькая пятерочка. Я, конечно, с ней по-вражески обращаюсь, но а по-другому с ней нельзя. Ногти ведь дороже календаря, правда? Ну, давай. Извините, у нас тут какие-то технические заминки. Опа, все. Все, поддался. О, здесь у нас мыло, и я его, видите, немножечко повредила. Среди упаковки. Ну, давай. Короче, сори, повредила я упаковку, к сожалению, но он такой маленький, мало, что я его сейчас достану и прямо сегодня положу, собственно говоря, в ванную комнату. Ой, как приятно пахнет, ой, очень приятно пахнет, душистое, пушистое, мягкое мыло, даже не могу сказать, чем пахнет, чем-то таким сладким, кремовым, приятным. О, тут написано лотос и белый чай. Ну нет, мне не пахнет ни лотосом, ни белым чаем. Вот такое маленькое мыльце. Можно брать с собой, можно пользоваться прямо сейчас. Я люблю класть в ванную комнату маленькое мыльце, потому что оно используется до того, как станет непотребного вида, скажем так. Мини-душистым давайте это назовем. До того, как станет мини-душистым. Так, ну что, пробуем чай, чин-чин, ваше здоровье. Я вам нужна. О боже, да, я думаю, это будет один из тех чаев, которые я себе куплю. Очень мягкий вкус и прямо как, вот, как он называется, такой себе трюфель, так он и на вкус. Прям с каким-то, вот как кокосовая ириска, если такая бывает, не знаю, ну вот прям очень вкусно. Так, который у нас сейчас? Сейчас ниже нуля. Не вижу. Вижу. Пятерочка. Пятерочка. Вот она. Так. А почему у нас открытки тут нет? Куда она делась? Вот она, потому что осталась. Так. День 5. День 5. Что-то маленькое. Так. Это... Ну, тут, кстати, полезненькая вещь. Это тушь от марки... Benefit Bad Girl, если я не путаю ничего. Да, давайте покажу, какая Bad Girl Bang. Я надеюсь, там не столько названий, что ну, такая вот обычная силиконовая кистюля. Ну, я буду кратко изменять с ней туши Maybelline, ну, посмотрю, как она вообще сработает. Я даже завтра ей накрашусь и расскажу, впечатлила она меня или нет. Ну, тушь — это один из самых... индивидуально переносимых продуктов, кому подходит одно, кому другое, вот, поэтому тут уж такое. Так, вот что у нас получилось за сегодня. Дайте-ка я приложусь к свече, как она стала пахнуть.
Не могу сказать пока. Надо, чтобы подольше разгорелось, и, соответственно, поймем, что же там за аромат. Мужской, не мужской или какой. Ну что, последняя часть? Последняя часть. Трезвона. Копаю, копаю. Накопала. Сейчас бы голова не закружилась от резких движений. Так. Не хочу. Это Монталь Black Mask. Ну, что делать? Ну, таково правило игры. А знаете, может быть, сейчас как понравится мне. Может быть, как понравится. В общем, будем носить завтра Монталь Black Mask. И рассказывать вам, что же он из себя представляет. А вдруг как расцветет на мне какими-то невероятными красотами. Всегда надо надеяться. Чай, вы знаете, просто превзошел пока лучший из всего, что было в этом календаре. Он называется кокосовый трюфель. Ну, в общем-то, вот все на сегодня. Улов очень, я бы сказала, практичный. Очень практичный, не фееричный, но очень практичный. Надеюсь, Black Mask меня не подведет. Это было все на сегодня. Увидимся завтра. Пока-пока.